Объект номер SCP-2996. Класс объекта Евклид безопасный нейтрализован. Особые условия содержания SCP-2996 должна содержаться в вакуумной камере содержания нематериальных сущностей в зоне 81. В этой камере должны быть установлены 4 нейтрализатора нефизического смещения, ННФС. SCP-2996 разрешено запрашивать различные предметы для развлечения. Каждую неделю SCP-2996 должна проходить психологическое обследование у штатного специалиста зоны 81, для получения свежих данных о ее психологическом состоянии. Учитывая тревожное психологическое состояние SCP-2996 на данный момент, в случае необходимости разрешается проведение амнестической электростатической терапии класса N. Обновленные условия содержания, вследствие эффективности использования ННФС, в данный момент есть возможность проводить физикальные обследования SCP-2996. В рамках проекта по сбору информации о физической природе нематериальных сущностей, необходимо один раз в неделю проводить вышеупомянутые обследования. Обновленные условия содержания, по состоянию на 19 августа 2012 года, SCP-2996 была признана нейтрализованной. Все вышеупомянутые условия содержания теперь не нуждаются в исполнении. Описание: SCP-2996 является нематериальной гуманоидной сущностью второго класса, впервые обнаруженной в заброшенном доме в Нэшвилле, штат Индиана. SCP-2996 выглядит как молодая девушка европейского происхождения, с черными волосами и голубыми глазами, и с множественными ранениями по всему телу, в том числе огнестрельной раной правого глаза. Несмотря на то, что SCP-2996 является нематериальной сущностью, благодаря устройствам ННФС, персонал фонда может закреплять SCP-2996 в физическом состоянии во время вышеупомянутых обследований. Недавно было выдвинуто предположение, что использование этих устройств, наряду с другими аспектами сдерживания, является причиной ухудшения психического/эмоционального состояния SCP-2996. SCP-2996 утверждает, что является Эмили Нэш, 8 лет от роду, которая была убита в 1929 году в Нэшвилле, в штате Индиана. Сведения из различных источников указывают на то, что некая Эмили Нэш действительно была найдена мертвой в своем доме, однако причиной смерти было самоубийство. Во время интервью SCP-2996 отвергала любые доказательства самоубийства и несколько раз категорически утверждала, что ее убил близкий друг 13-летний соседский мальчишка, Джеймс Франклин. На данный момент не имеется свидетельств о проживании данного человека в Нэшвилле в 1929 году, однако, поиски дополнительной информации продолжаются. Результаты психиатрического обследования. Я волнуюсь за эмоциональное состояние SCP-2996. Очевидно, у объекта есть разногласия с предоставленными ему доказательствами, а также с условиями содержания. Благодаря интервью стало ясно, что SCP-2996 верит в то, что она находится в этом мире ради мести своему убийце, и то, что она могущественный, свободный дух. Это, конечно, противоречит фактам о ее смерти и содержании в зоне 81, которые мы предоставили SCP-2996.
Теперь SCP-2996 сомневается в некоторых вещах, что привело к повышенной тревожности, а также к депрессивным и суицидальным мыслям. Учитывая ее природу, последнее крайне важно. Др. Дэвид Рудольф.